Следующую серию я решил назвать «План Банан», либо «Невероятные приключения с великим белым Граугром». Здравствуйте всем, ребята, с вами, как всегда, я, Лёха, это канал Hard Games, Hardplay с вами, да. Всем здравия. Ну что ж, мы с вами, ребята, двигаем. Двигаем сейчас по следующей схеме. Пойдем по основным квестам, параллельно хорошо бы нам вот эту башенку открыть. Очень нам постоянно здесь без телепорта, прям очень грустно. Поэтому сюда, я так думаю, этого надрочим прям сразу вот сюда. Потом сюда, сюда, ну короче, ты понял, короче, вот сюда, потом сюда. Так что все, поехали, приятного просмотра. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал. И напоминаю всем то, что спинка на платформе вас. Ссылочка внизу в описании. Заходи на ежедневные стримы. Также в телеграм-канале Card Insight найдешь все свежие оповещения о начале стрима. Погнали. Лизонька, спасибо за донатик. Давайте я пока звук вот так немножко приглушу. Ну что ж, поехали. Так, как мы и говорили, нам нужно вот сюда. Там. Ставим маркер. Так, немного ускоряемся. Негоже, негоже. Простых жителей напрягать. Рейнджер, ты должен помочь. Мой брат говорил плохо о Dark Lord. Он сделал рабочего furious. Так, где там наш товарищ? Ой. Ой, чихнул прям. От души. Будьте здоровы сразу всем заранее, да, тоже. Так, ждет наших указаний. Ждет наших указаний, это очень хорошо. А... Он всегда так эпично появляется. Слышь? Нет, я понимаю, что там с охраной все дела, ты. Иди сюда, сынок. Ты чё, роднуля? На пафосе, на пафосе. Молодец, молодец. Так, родненький, ну-ка, напомни-ка мне, кто-то у нас тут. А, даже неизвестно местоположение. Не понял. Это кто это здесь такой борзый-то? Ну-ка, сыночек. Ты понял, что делать? Иди-ка сюда. Ну-ка, сыночек. Мы ж Сережку одного не отпустим, да? Почему Сережка не спрашивай, я сам пока не знаю. Да ладно, ладно, я шучу. Ну-ка, 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 ну-ка. У нас еще один какой-то мистер шутник нарисовался. Поехали, пацаны. Так. Погнали. Так, открываем башню. О, как.
шутя. Башня-то у нас тут непростая, оказывается. А башня-то непростая. А ну-ка. Ребята с карагорами там развлекаются. Ох, чувствую, Assassin's Creed новая часть не за горами, не за горами. Да. Чую, чую, что-то я прям причуйствую, знаете. My ancestral doom I must push away with light. Так. Ну а теперь по пути мы пойдем вот сюда, поразвлекаемся. Почему бы и нет? Лизонька, спасибо за донатик. Мое почтение, мадам. Соскучился я по прыжкам веры, знаете ли. Не надо. Не-не-не-не-не-не-не, пацаны, я понял. Я понял свою. Не надо. Давай без этого. Так, ну что ж, 15 на 11. Лучника надо нам нашего прокачать. Слушайте, ну у него такой стак лукарей. You dumb! How much longer until fight starts? I have you right where I want you, worm! Я бы, знаете, что сделал? Просто немножечко пострелял. Ну так, чисто. Просто по фанчику так. Что-то хотел? Не-не-не, братан, так оно не работает. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Бежал, это не про нас. Не-не-не-не-не, братик. Не прокатывает эта тема. Че, дурной совсем, что ли? А, и у меня еще эльфийские стрелы, да, закончились? Ну, вообще великолепно. Короче, братик. Ну, как знаешь. Так, хорош, пацаны, короче. Все равно будешь моим, сынок. Ты будешь моим, сыночек. Так, ну а теперь мы идем по основному квесту. Не шутя. Братик, нормально, нормально, ну, а чё бы нет. Здесь какое-то веселье происходит, я смотрю, да? Слушайте, здесь какой-то квест тут прям мне подсвечен конкретно. Ну,
давай, ну ладно. Прямо, ну вот, ну что ж, я мне прямо интересно. Охота тут у Рука происходит. Ну как же, ты охотишься, а ты лицензию на охоту купил? Не купил. Не купил, значит, придется немного умирать. Как же, ты будешь охотиться? Я главный егерь, если что. Огонька боишься, сынок. Так, ну-ка немного. Ну-ка немного, пацаны. У вас что-то здесь это... Перебор на душу населения. Подожди. Тормози, сынок. У нас акция. Не надо, ну не надо. Да что ж такое-то, а? Ну что ж такое, не даете вы мне? Так. Ребят, давайте не будем уже усугублять, без того усугубившее. И вы просто извинитесь. О! Один. Одну секундочку, сейчас я здесь закончу. Ой-ой-ой. Одну секундочку. Сучонок, а? Не, ну это прикол прям какой-то. Парень под счастливой звездой явно родился. Ну ладно. Это просто вот везение, знаете, такое. Ну да ладно, мы пойдем по основному квесту. Пусть они слабые, ребята, эти уруки. Если даже они с нашими в бой где-то вступят, то там... Там вообще ловить нечего им, абсолютно. Стрелы, видишь, по стрелам надо это поменьше тратиться. Потому что когда вот таких отлавливаешь, они очень быстрые. Да не попадете, пацаны. Кто там? Кто там пришел? А это, говорит, никто не пришел, это наш папа с ума сошел. Да нет, ну нет, ну не, ну, 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 ну не она. Но не она. Но не она. Торвин! Так, Торвин опаздывает. Торвин. Торвин. Так. Ух, не шутя, у него урон.
какой красивый. I assume you know the path. The real question is, are you ready to travel it? Whatever happens during the hunt, think, what would Torvin do? Actually, that's a good life lesson for you to follow always. I pray your training sticks, or else you'll stick to the wall once the mighty Graug hurls you there. I'm ready to fight the Graug. And that's just what you do. Fight. No art, no finesse. The hunt isn't about swinging and slashing, it's bigger than that! From your perspective, dwarf, everything is bigger. Yes, this Graug is very big! Про рост гнома не пошутить, это грех на душу взять. Graugs are one of the oldest species of Mordor, and the deadliest by far. It's been a long time since I faced this Graug. Let us hope time wasn't as gentle to him as it was to me. My old partner and I once tracked a Graug from Mount Dolmed to Nogrod. We finally slayed it and got stuck under his leg for 2 days. Ah, those were fun times. Last time I saw the beast was when my old partner and I tracked it into his dwelling. Слушай, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотел за цветочком немножечко в стороночку отойти. Отошел, проверяй. Хотел за цветочком отойти, хп отхилить. Проверяй, отхилил. К сожалению, на квест тогда здесь нельзя. The hunt isn't about swinging and slashing. Может быть, Граугра себе заберем? From your perspective, dwarf, everything is bigger. Yes, this Graug is very, very big. Oh, oh wait, you're mocking me. Graugs are one of the oldest species of Mordor, and the deadliest by far. It's been a long time since I faced this. Кстати, по лору, видите, Граугры одни из самых старых порождений Мордора. Интересно, как они вообще получались по лору? Из чего? Как Урукхаи появлялись, мы знаем. Так, ну окей. I've been hunting this Graug for almost a decade. That's a lot of years of dedication to one beast. Dedication? Or a sign you preach better than you hunt? Oh, that's funny, Captain. I'll be sure to laugh when the beast eats you alive. А сколько же он может быть большой, но не как этот? Dwarves will tell tales of Torvin the Hunter for generations. And I'll have them throw your name in there somewhere. Мы в какую-то клаку пришли, если честно, с вами. Хотя типичная пещера. The corridors are too quiet. I don't think the Graug is home. Then we go in and we wait. Ambush. How military. I like it. Засада на самого большого Грауга. Сейчас сзади нарисуется и будем. Тенакс. Наверное, товарищ его топор. Нашел. Спасибо, брат. Ну
Ishi Krimbatul. Шикарно. Я не с ним. Heavy metal, брат. Ай, бля. Свидание. Тормози, тормози! У меня получится. Я смогу. Не смогу! Мы все умрем. Пяточка! Носочек! Блять, это херовая была затея! Понял. Он с собой согласен. Все, я понял как. Понял, короче, как. И себя маленько нафакапил в самом начале. Короче, когда он этот... Поехали, пробуем. Хорош. Пол хп отлетело. Так же, как и у меня, кстати. Ой, хорошо, хорошо. Да-да-да-да-да-да-да, пацаны, давайте, давайте. Эх, челюху только если. О, хорошо, хорошо, хорошо. Выбить глухов из лап Граугра. Как же мне это сделать-то, ёпта? А, понял. Не надо, не ешь его! Он невкусный. Гупта. Да ни хера ты! Так, ладно. Сюда-ка. Есть.
Я понял, короче, он захиливается от них. Пошла вторая свечка. Короче, стрелы надо просто держать в порядке. И все. Что я здесь такого сложного, мега сложного не вижу. Не-не-не-не-не, пацаны, не надо. Парни, не-не-не-не-не-не. Тормозите, тормозите нахер. Подожди, по идее, мне их вообще надо бы убить, чтоб он их не хавал, правильно? Логично? Логично. Они нам мешают, нашему пати. Так и есть. Давай. Поехали. А стрел нет? А стрел нет? Хорошо, все есть. Все хорошо. Ага. Давай, роднулечка. Почти успел, почти! Почти не считается. Еще разок. Вот сейчас точно все получится, я верю в это. Я верю в чудеса. Все, вот она. Да ёпта. Хорош. Так, еще один заход. Этим не добьет. Хорош. Ладно, по ускоренной программе, значит, будем работать. По методу Кашпировского. Жесткий товарищ. Конкретный. Так, пацанов сразу фидоним. Топ задание, не знаю, стоит, не стоит его делать. Можно, в принципе. Есть нельзя, точнее этих. Все, обидно. Ты все поел, нет? Да ёпта, кто там еще? Малой, иди в туман с это куда-нибудь. Это плохая примета. Так, вот сейчас должен быть разгон. Хорош, роднули. Хорошо. Как учили. И сразу же в этот он бьет. Хорошо. Вторая пошла, свечка. Ой-ой-ой, прям на тоненького, прям на тончайшего.
Так, нужно сразу им не дать дойти. Ни в коем случае не дать. Прям в пачку нахер сразу. Хорошо. Потому что если он их хавать начнет, то все. Не надо. Положи, не хавай их. Не надо его хавать, говорю. Фу, плохой. Наше любимое место. По лицу. Хорошо. Петрул. Почти. Ну-ка, все назад. Нахер все по норам. По норам, говорю, все. У меня меч со спецэффектами. Ёптя. Положи. Фу, таким быть. Бежит пакость. Уйди. Так, чё хотим? Короче, нужна именно вот эта сцена. О. Гадза. Эть. Сюда, сынок. С первого раза, факт. Хорош. Лё. Ля, шо делает? Indeed. Next time I'm not gonna let you have all the fun. Oh no. This is the last time. I have other prey to pursue. Well, you need help on your journey, so what you say? We put some Torvin. Red. Спасибо. If you survive, come to the Blue Mountains. Уважение от гнома. Конечно, столько дропа. Я, говорит, знаю, как бухают гномы, ну тебя нахер. А, не. Слышишь, вот вам сколько? С праздником, да, ребят. Here to join me on my watch? I did not want to leave my husband alone. Though, if you want, I can climb up Carcost and call to you from tower to tower. Stay with me. Да там материала, шкуры, там мяса одного, представляешь сколько? Представляешь, нет? Много. Так, ну что ж. I hope that Torvin finds his way home now that his hunt is over. If he does, then he will find his home is not as he left it. Так, что мы имеем? Ага. Ваши солдаты ждут приказа. Ну что, ребята?
Пора! Наши все усилия! Все наши усилия сейчас, я думаю, не пропадут даром. Сейчас вся наша армия двинется в бой. Поехали. Thank you for coming to our aid, Captain. Hi. Never realized my smuggling could be so appreciated by the Queen, lady. They're here. Orcs. They make bad passengers. Five caravans. Red. Спасибо за донат. Как всегда, молча. Не, ну крипово выглядит, знаешь, когда орки столько это зла сделали, знаешь, такие типа. The skippers have been briefed on your destination. Good. How long will those orcs obey you? Well, I should think as long as I like. I'm in your debt. Причем там все капитаны орки. Не все, но большинство. А дочка ваша поцелует? Обнимашки. Сосочек хотя бы подергать. Не хочешь, как хочешь. Тоже мне. Цаца. Нашлась тут. Пацаны! Здорово, ёпта! Тарадам-дам-тарадам-дам-дам-тарадам! Капитан Харт Воробей, мой друг! А ну все! О, я туда не пойду. Нихера тут забивные! Вот это реально забив, как старый! А чё нас мало? Похер, мы в тельняшках. They say he's a monster who'll poison our minds and bathe in our blood to cheat the Klingon death. Здесь. I say there is no greater. Кто ж вас всех хоронить-то будет, пацаны? Tear his limbs, peel his skin. Today we feast on. Самый разговорчивый. Drown the air with Uruk cries and the earth with Uruk blood. Сука! За DVD! За... За харда, бля! Поехали, поехали! Ой, сука, больно! Больно, больно, говорю! Ёпта, кто там ультанул? Пацаны, да это не так жестко! Нихера разрывная пошла! Просто врывал его. Туши, 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 говно. А, ты, так вы тоже отсюда? Трах жало. О. Разговорчивый, ёпта. Нахер всех, уменьшаем популяцию. Шалопаев. Так, а ну-ка. Тормозим, пацаны. Он мой. Сюда, сынок. You win. Now honor my body with a captain's death. Проявим уважение все-таки к врагу. Is the price for we are at the final reckoning, the fortress of the Black Hand. Поехали. I'll end you. Врываемся, врываемся. This trap, this silence taunts us. My sorcery is at work here. Что-то знакомое место до боли.
wasn't expecting you. I hope my soldiers gave you welcome. Where are you? Show yourself! This is the work of the Tower. The Black Hand. It will give me great pleasure to take you myself. Арена. Ара, выходи по одному, я вас сейчас маму делать буду, не надо. Ксеркс? We bow to no one. The Dark Lord forgives you, Celebrimbor. Return to him and cast off this human corpse. Stand. There's no need, Ranger. Ясночко. Celebrimbor is your curse. Я так и думал. Chose you. Silence! And he can release you at any time. Ну давай, поведай мне историю. Yes, that's all you are, Ranger. A vessel for the Ringmaker. Поехали. Я пошутил. As you wish. Ёб твою мать. Ты на стероидах, что ли, роднуль? What joy it is to fight such weakness, such pain. Что сделать надо? Broken mind. Не понимаю, что сделать надо. Скрытно истощить черного полководца. Ваншот практически, да? What do you still fight for? What do you become? Хорош, братан. Не дури. Где он? You taught me to fight. Лох детектед. ВХ играет, да? Назад иди. You have walked through the grave many times. I shall make the grave again and again until you know that it is yours. Сюда, сынок, сюда! Папе. Долю добра еще. You think you can defeat the great evil? Хорошо зашло вообще, просто идеально. На ХГ надо залезть на хайграунд и найти его. Где? Кто видит? You
Понял. Исполняю. Сюда, сыночек. Да нет, нет, ну хорош, но эта башня мне башку промывает. Ну-ка, Гадзо. А чё такое? Ой. Ой. А это плюс 2 к ловкости, 300 к выносливости, 500 к здоровью и 600 к попуску. Домой. Домой, сынок. Сюда. Соло. You said we were cursed. You deceived me. It was Sauron's doing. This was your doing. I should have died with my family. I thought you wanted revenge. I can't leave you. But there is only one way to close the circle. The у вас 10 пропущенных. 38 проникновений. Father, they say you are a criminal. The white tree, the very symbol of Gondor, is on its third life, dear. Replanted with new seedlings. Those are rebirths. None is in flames. We must return to Queen Marwyn. The Black Hand has been here. I can feel it. Lothario. Так. А проход-то открыт. Ну что же, ребята, мы с вами победили одного из главных, наверное, посланников, я не знаю, приспешников, да, Саурона, и он все прячется. Точнее, не Саурона, вы поняли кого. В общем-то, отомстить за семью, понимаете, и наконец-то избавиться, уже спокойно уйти уже в Вальхаллу. Я думаю, у нас получится уже в следующей серии. Так что ставь лайк, подписывайся на канал, от души за комментарии. Увидимся. Пока-пока.